Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить второго Сэма. Number two! Вылетели две затычки из ушей. Нас ждет новое оружие. Подлетает оно, что-то там, какие-то штуки вокруг него. В общем, берем. Так, в прошлый раз мы не почитали, вот у нас какой-то новый появился. Зумбул с планеты Раз-Ад-Ник. С микроскопами в руках. В общем, какие-то у него ракеты тоже, да, в руках. И это какой-то бык. Козлоногий. Да. Козадоев. Ну давай, зажигай. Что, мало у тебя, наверное, сигару этого огнемета? Сигару зажги хоть сначала. Огнемета мало, так что оставим пока дроб... О, сигнализация. Это пожар. Это не сигнализация, это эти скорпионы, я так думаю. Напал. Ой, блин! Напугали. Чего же вы так резко-то? Куда-то еще пробежали. Ух, как они резко напугали. Резко напугали. Я не думала, что они так посыпятся сразу же. Откуда они взялись? Тут все закрыто. Вот, о, вот, его мы как раз таки и слышали. Он у нас там издавал быстро звуки. Дохнущий. Желтый скорпион, молодой арахноид. Да, мы такого помним тоже. И огнемет. Он у нас был в первой части, этот скорпион. Ты, зуб. О, еще кто-то. Башка. О, нет, Шакир башка. Теперь мы куда-то опять идем. Или Шакир башка. Для того, чтобы попасть куда-то на нашу планету, да? Как я поняла. Так, о, готовимся. Он спрыгнул. Вот он здесь. Че он там стоит? Курит бамбук, что ли? Ух ты! Так, у нас тут тыква. Хэллоуин нам решил Хэллоуин, устроить. Да. Кукурбит с тыквоголовый. Кукурбито. Кукурбито, вот он. Кукурузовый орбит. Ну, такой этот фермер с тыквой на голове у нас. Как в фильмах ужасов обычно такие маньяки с бензопилами бывают. Куда вот идти? Такой... Так, о, прыгаем вниз. Опа-на. Башка с артом. Да, с артом. Мы сейчас из арта как раз и выпрыгнем. Да, он нас выблюет немножко. И мы превратимся в лепешку. А, нет, не пы. Так, кто у нас там? Че вы дохнете быстро? Два выскочило, два отскочило. О, стоит башка без башковой. А там что у нас интересно? Так, давайте мы сохранимся, пожалуй. Вот здесь. Да? Хорошая вещь сохранения. И хорошо... Ой, он мигает, кстати, смотри. Угу. Помигал и измигал. Вот как он мигает. Там. Это у нас какая-то... Это... Башка. Да, это у нас какой-то прикол такой. Видимо, какая-то фишечка в игре, что если так попрыгать... Играем в шашка. То будет у нас... Так, а это что такое? Это губошлёп нос. Губошлёп одноносый. Угу. Кто там хрюкает? Похрюкивает кабанчик. Кто захрюкал? Кто-то хрюкнул. Озвучка не очень. Кабанчика. А, вот он хрюкает. Эй, вот хрюканур. Новый хрюканур. О, смотри, не... его не убить. Хрюшкин! Ты свинюшкин! Ой, все равно попал. Опа, не хотел, чтобы он сейчас новое что-то... А, это бык этот. Да, это бычара этот. Опа, спрыгнули спортсмены. Это спортсмены, точно. Прыгают, смотри. Оползни, оползни. Да-да-да, эти... Качки-перекачки. Хорошо, что мы туда сначала зашли, это... Прям как надо было сделать. Тут у нас ничего не в растении. Так, опять этот. Тыква, ты чё, иди, это каб...
своего бычка выращивай. Я ж тебя вроде только что успокоил. Да, вроде успокаивали его, он опять что-то неугомонный какой-то. Оживший, да это же мертвец, он оживает. Ты открыть, а не закрыть. Давайте побольше мяска нам. Что такое один выстрел? Ну что это несерьезно? Три каких-то уродца и один безбашковый. Все равно попали, да, все равно попали. У них глаз в туловище, у них тоже башки нет, кстати. И зубы шатаются. Я так думаю, да, кто успел заметить, у нас появилась ракетница. Если вы там самые внимательные наши скажете, ага, откуда они ее взяли, у них же не было в прошлой серии ракетницы. Мы забыли сохранить игру, пришлось проходить заново. Ну, мы так побегали, поподробнее посмотрели. В самом первом, куда мы спрыгиваем в воду, если туда подальше проплыть вниз, вглубь, побыстрее, то там как раз-таки лежит эта самая ракетница. Опа-на! Так, первые наши... А это что такое? Секретное место. Секретная комната Ментала. О, смотри, тут какие-то циферки. Буквы. То есть буквы, да. В общем, да, мы вам объяснили, по какой причине, чтоб вы там есть что на нас не ругались. Стреляй туда. Может быть, тут надо что-то набрать, какую-то комбинацию? Вау. Кто там? Л. А. М. Ой. Все? И что у нас стало? И смысл, зачем мы их набрали? Может, туда прыгнуть? Так, и что случилось? Открылось. Ничего не открылось. Слышишь, открывается. Ой, смотри. Ой, понятно, что. Хорошо, что мы сохранились. Ой, подожди, какое сохранение? Загрузка, да. Короче, у нас ехали эти, вниз съезжали эти. Надо было валить по-быстрому. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Я не знаю, что это такое, но... Все. Ой. Спускается, нет? Так. Стрельнет туда и все. Да я тоже думаю, может быть, просто стрельнуть надо. Нет, ничего не произошло. Уходим. Да, тогда нам здесь делать нечего. Опа, фиговая секретка. Мы просто не поняли, что здесь делать. Но мы не будем на эту серию тратить, так что... Сейчас мы пойдем через камни. Давай. О! Камешек! Главное, чтобы нас не придави нас! Кишочки не вытащи из нас. Оп. Ой! Так... Блин, еще башка одна. Везде. А мы вас пройдем. Вы легкие кирпичики, вы легкие кирпичики. Да уж, легкие. Это вот какие-то ацтецкие, я так предполагаю, видите, тут даже рисунки у нас какие-то ацтецкие. Ацтеки. Ёмки, что прилично так идти. Эй, да? Мы что, по кругу ходим? Мы не хотим по кругу, мы хотим по квадрату. Интересно было бы вживую там оказаться, да, наверное? Походить через такие камушки. Так раздавит, так это ж прям раздавит. Опа, пришли, одна башка бегает. Взяли патрончиков до 200. Так, и сейчас кто-то посыпется по-любому. Как да, это обыкновенно бывает. Последнюю броню возьмем. Да, секретка какая-то непонятная. Надо было, скорее всего, может быть, какую-то комбинацию букв набрать. Двустволка, да, наверное? Да. Один ствол хорошо, а два это просто. Двустволка. Низкая скорость. Караул. Так, что караул? Берем? Жизнь. Неуязвимость. Еще разок попробуй. Попробуй. Она уже кончается, бессмысленно. Ну попробуем двустволку. Не, фиговая двустволка. Она медленная. Вспомнила... Мы нашли вчера такую картинку, у нас на компьютере была. Ган и миниган, сравнение. Там написано, в чем логика, ган и миниган. Миниган, он такой огромный, раза в 3-4, наверное, больше. А ган, это
какой-то пистолетик такой. Там внизу картинки написано, в чем логика? Ган и миниган. Там два этих оружия. И он сказал, когда один ствол хорошо, а два лучше, я тоже так думаю. В чем тут разница, интересно? Ну да, наверное. Стреляет он по-любому так же. Если бы он побыстрее стрелял, это я понимаю. Двустволка из-за того, что он стреляет двумя пулями сразу же, из-за этого, что ли? Что больше точности попадания? Ой, попало. Да, у тебя-то точно двустволка. Двуракетница. Да, вот мы прошли, тут какие-то скелетики сидят, что-то они тут греют себе одно место. В тюрбане в каком-то. Голубоглазые. Давайте возьмем что-нибудь. Вот это, например. Ух ты! Сохранение чё обязательно. Не придавить. Сьерра де Чиапас, дробилка. Еще одна классическая ловушка Майя. Да, я же говорю Майя, где-то мы там. На этот раз посвящается теме дробления. Предназначение этой дробилки раздробить тебя. Просто не очень серьезно, хотя, конечно, по степени серьезности до тебя им далеко. В дробилке замечено несколько дыр. Попробуй воспользоваться ими и пробраться к двери на другом конце комнаты. Или нас тут в пыль раздробят. Серьезно. ПС. Я заметила пару рубильников на стенах. Интересно, зачем они тут? Чтобы выключить. Зачем же еще? Обязательно делаем сохранение. Так, башка бежать, башка не попасть. Опа, ну. Туалет. Вот, наверное, здесь. Да, вот там какой-то выключатель. Кнопка. Использовать, смыть наши экскремента. Фекалия. Успею я через две побежать? Успеть немножко и продристать. Смыть сразу же, хорошо. Так, нажали две кнопки, что дальше? Теперь у нас, наверное, дверь как раз-таки открылась. Вон та дверь. Лучше через две не бегать, открыться. Потому что я сейчас чуть об этом не пожалела. Открывайся, дверь, быстрее, а то у нас придавится. Ня-ня-ня-ня-ня, пробежали. Так, рыжая башка. Привет, лавовый. Чувак. Оружие поменять побыстрее, а то медленно слишком. Нет, а у нас другого быстрого нет. Тех, которые у нас были в прошлый раз, у нас их нету, к сожалению. Вот он у нас, помните, у нас был как-то уровень с таким большим в первой части. Там огромный-огромный такой лавовый голем, по-моему, так он называется. Сам, кажется, сюда к нам подлетело. О, сигнализация, пожар. Смотри, своего же застрелил, обалдеть. Обалдуй. То есть, получается, они даже в своих могут попадать. Вот скорпиняка. Ох ты, опять тыква, так, ты. Так, ты, ты же не попал в них. Ты почему козу не подоил? Он прикольно так переворачивается, да, так крутится два сальта, когда уже падает, знаешь? Мне понравилось. Капсула. Нагал. 200, ой, 20. Ты можешь зевать и не говорить. Опа, джунгля. Так. Так, куда-то мы вышли. То же самое место. Ты сейчас умереть. Че, на зайти сюда? О, та-та-та-та-та. Так, ты меня уже бесишь. Опа, умирать, все, подох. Видимо, здесь нам, может быть, понадобится снайперка. Потому что здесь расстояние-то... О-о-о. Да, вот здесь ракета еще одна лежит. Но у нас она уже есть, так что нам бессмысленно. Возьмем? А? Одну, эй, одну. Так, а куда прыгать? Так, о, и еще одну дали, смотрите, не зря рискнули. А, камушка, башка опять. Губошлеп носатый, губошлеп. Так, наверх идти, походу. А, дерево может упасть, и нам дорожку сделать. Да, вот именно. Нет, не сделать.
А, мостик, значит, наверх идти. Наверх, по скалам, вокруг. А зачем нам это дерево? Покупать масло финское. Покупать. Так, что такое? Что такое? Сообщение. Сьерра де Чиапас. Верной дорогой идете, товарищи. Отличная работа, Сэм. Мы на верном пути. Держитесь этого курса, и скоро мы найдем вход в долину Ягуара. Верной дорогой идете, товарищи. Как завещал товарищ Генин, Ленин. Это радует. Сохранимся, мы уже давно не сохранялись. Напоминай мне иногда, чтоб я сохранялась. Опа, кого-то убили случайно. Да у вас тут, ребят, целая кучка. Чё стоишь? Умирать ждёшь? О, так, 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 вспоминаю, вспоминаю. Что-то мы такое видели уже. Бум. Вот этот вот рыжий, зеленый, то есть дьявол. Ты два пулька и ты мертвулька. И всё равно попал в меня. Два так. Пулька и мертвулька. А этого я помню. Этот у нас тоже был в первой части. Мы их рэперами так ласково прозвали. Рептилоид равнинный, да, он маленький. И большой у нас тоже такой был. Нам такой большой тоже встречался. Так, идем по мостику. Мостик упасть. Мы водичка упасть, наверное, или нет. Мостик всегда должен по... Ой, не упал, хорошо, я ошибся. Посвистел, он прошел, посвистел по мосту. Можно еще раз к нему пойти? И я что делать, куда падать, что куда? Не, падать как-то не хочется. Так, вот сюда надо сейчас с разбега. Оп. Ой, мама, хера... Так, так, уже орёт. Самец орёт, хочет голубь пятницу. Вот она у нас какая красивая. Вторая. Большая. Гранатометчик Сэм. Только это не гранатометчик Сэм. Сэм озвучивает Никита Джигурда, знаете? Кто там скачет? Стадо. Бычок с одного пулька. Обалдеть. Это он об них взорвался, представляешь? Оп, да? Да. Об камень? Ну вот об этих, которые бежали там. Вот эти, да? Красненькие, да. Потому что у них что-то взрывоопасное было. Хорошо, нам легче. Они друг друга убивать, а мы дольше жить. Опа, в лоб. При выстреле листочки падать. Пойдем поближе, подойдем. Убьем сволочь зеленую. Спрятаться. Ты в прятка играть. Зелененькие залез зелененькими листочками. Так, вот этого я и боялась. Я думала, сейчас мы пойдем. И посыпется еще кто-нибудь на нас. Так, что-то... вот этот камень меня вызывает подозрение. Что-то прогреметь, а у меня не вызывать. Вызывает, вызывает, да. Обросший зеленой фигней. Да я, знаете, майя, они все прячут, прячут что-то. Да ничего там нет. Секретная пещерка. Опа, секретная пещерка. Я же говорю, что-то здесь не так. Сходить вода. Куда-то нам надо. Так, сейчас, кажется, рыбы пойдут, если пойдут вообще, если они тут есть. Рыбёшки всегда ходят. Ну, слушайте, если плыть надо, значит, плывем. Не надо, мы умирать понемножку. Да, вот-вот-вот, кажется, здесь уже скоро выход будет, надеюсь. Не знаю, куда мы заплыли, может, мы зря даже заплыли. Так, мы сейчас, наверное, доплывем до места пункта назначения. Так, мы уже подыхать понемножку. Можно сохраниться здесь понемножку. Да, чтобы потом проиграть. Ну ладно, еще чуть-чуть, наверное, на этой вот пещерке мы чуть-чуть доплывем. Там, где мы доплывем, мы закончим серию. Подписка на канал. Ставьте лайк, комментируйте записка. Вступайте в группу, и здесь мы сохранимся и закончим наша серия. Пока, адьос, амигос, до свидос. Пока!